10-летнюю девочку, пострадавшую при обстреле Сартаны, гуманитарный штаб Рината Ахметова взял под опеку. Уже завтра утром отец раненой Наташи получит первую партию медикаментов для спасения жизни ребенка. Мы сейчас комплексно закроем вопрос всех медикаментов для того, чтобы девочка вышла из реанимации в обычную палату. Кроме этого, штаб готов подключиться в приобретение протеза, а также реабилитации ребенка. Мы знаем о том, что в Донецке шли активные боевые действия, есть раненые. Мы ожидаем звонки на горячую линию. Есть сложности с доставкой медикаментов в город Донецк по понятным причинам. Здесь мы просим подключаться родственников, знакомых, друзей раненых. И если есть возможность выехать в Артемовск, Краматорск, либо в Мариуполь, для того, чтобы оперативнее забрать медикаменты, мы готовы эти медикаменты выдать в этих городах.